приборная панель Лада Гранта. Ну, обычная приборная панель, переделанная перепаянная светодиода, установлен блок планового розжига с поэтапностью разделения, включение стрелок, шкал и основной вот этот центрального модуля информационного. Йоу. Вот, теперь про этот экран. То есть мы тут видим разделение экрана. Он делится на инверсионный и на обычный. Как это выглядит без подсветки? Выключаем подсветку. Кстати, вот так выключается приборная панель. Сначала затухает шкалы, экран и стрелки. Тут не разрезана сама. Поляризация. Вот. Не разрезан. Как это происходит? Кто напишет правильный ответ? Как это сделано? Напишите.